Дорогие друзья, знаете, я много лет веду такую маленькую статистику фраз, которые могут поссорить любимых людей. И вы наверняка все их знаете. Вот, ну, такой совсем простой пример, да? Ну, почему ты не перезвонил? Или, а почему ты не ответил на мой звонок? И сразу у нас у женщин появляется какая-то загадка, и мы уже что-то додумываем. А ведь достаточно просто сказать одну замечательную фразу. Я тебя люблю. И нет никаких ссор. И все на свете замечательно. Я желаю, чтобы вы тоже. Каждый раз, когда вдруг у вас возникнет желание поссориться, вспомните самое красивое имя, самое нежное имя, которым вы называете своего любимого человека, и просто скажите ему: «Я тебя люблю». Но при этом не забудьте назвать его имя, потому что это то, что человек любит слышать больше всего на свете. Владик поет, Сергей Борисов. Oh.